Да, я отказался сниматься там, где не нравится. И начал сниматься там, где думал, что понравится. Но тоже не понравилось. Поэтому, поснимался, чтобы заработать на аппаратуру. Квартиру там надо купить кое-кому. Вот. И выползти из этого. Зависимости. Хотя бы на год. Оплатив за квартиру вперед. И начав снимать то видео, делать те стримы, которые я делал уже без перерыва вот последние полгода или год. Сейчас к этому хочу вернуться. Для этого нужно... закончил уже. Сейчас еще 2 недельки поснимаюсь. И все. Это контрактные обязательства. Долги. Долги надо закрывать. Вы не сможете бросить работу просто так. Я не призываю вас. Потому что должны перекрыть все, отдать там кредиты, погасить. И тогда уже медитировать.